Коллектив, всех приветствую. Едем сегодня копать металл. Едем опять на старый карьер. Там накопано, оставлено. Дай бог, конкуренты не забрали. В общем, да, кстати, как можете видеть, сегодня мы в старом УАЗике. Подшаманил я маленько старый УАЗ. Собрал двигатель, поставил. Ну, кому интересно, в общем, переходите по ссылкам в описании на второй канал. Там есть видео, как я ремонтировал этот УАЗ. В общем, УАЗик подремонтирован. Сейчас будем ездить на нем, на коп. Взял сегодня с собой опять Джесси. Джесси. В общем, едем. Так, коллектив, приехали мы на место старого карьера.
где в прошлый раз мы с Андрюшкой копали катки от бульдозера от 130-го. В общем, едем в ту сторону, там сейчас завалы начнутся, надо пропиливать дорогу. Эти-то ветки, ладно, я проеду. А там дальше будут завалы, в общем, валежник. Сосны снегом наломало, поэтому надо там пропилиться, сходить, в общем, дорожку маленько, путик пропилите, проедем туда. Так, пропилили мы дорогу, вот наш схрончик из катков. Кто, если не смотрел, кому интересно, можете, оставлю, может, ссылку где-нибудь в описании или в подсказке. Ну, или предыдущее видео смотрите, там увидите, как мы копали эти катки. Ну и продолжим, тут еще сигналы есть, тут как минимум вроде как два катка еще нащупали. Возможно, еще что-то есть. Мы тут особо и не походить-то не успели. Только пришли, и нас гроза отсюда прогнала. А так-то эта просека-то вон еще дальше шла. Тут еще может металла-то быть еще немало. Это у нас, друзья, кто не смотрел прошлое видео, это старый железнодорожный карьер. Здесь шел железнодорожный УЗ. Проходил вот по этой просеке, все ее видно, там завалы мы пропилили, ни одной елочки не пострадала молодой, пропиливали только завалы, валежник, да, тут сосны некоторые вырвало с корнями, небольшие тоже такие, в общем, их попропиливали чисто дорогу и все, чтобы проехать сюда можно было. Итак, друзья, нашли мы здесь, еще в прошлый раз нашли чей-то схрон. Этот металл копали не мы. Кто-то его тут, видимо, приходил, покопал, увезти не смог или что ли. Но я его трогать не собираюсь. Именно вот этот металл. Вот эта же рельсина, ее я заберу. Она не выдрана из земли, не вытащена. Так что, как и у меня когда-то, Ромка вытащил рельсы недокопанные. Также, я думаю, ничего страшного, если я выкопаю эту, вытащу рельсу. Она же не выкопана, не приготовлена, так думаю. Так что у меня на нее такие же права, как и у того, кто вот это все нашел. Так что, друзья, подгоняю УАЗик, лебедкой цепляем, вытаскиваем, разделываем ее. А это пусть лежит, это не наше, что. Мы это не копали, не таскали сюда. Так что пускай оно здесь лежит. Мы свое железо и так найдем. Так, ребят, зацепил лебедкой к машине. Машину на ручник поставил. Попробуем.
тянет машину, а рельса не идет, надо что-то надо думать, короче, опять. Не идет, ребята, в общем, машину он юзом тащит, и толку нет. В общем, сейчас за дерево цепью опять заикарюсь. Думаю, должна она выдержать. Попробуем опять разорвать вас пополам. Получится ли у нас. Так, друзья, заикарил машину цепью за дерево. Сейчас будем пробовать лебедкой вытащить снова. Многие пишут, используй блок, полиспас. Да я все это, друзья, и так знаю, но городок у нас маленький, и в магазинах эти вещи не продаются, надо только заказывать где-то в интернете. Все, хочу заказать, но постоянно забываю как-то. Я знаю, что нам в два раза, считаю, будет легче лебедки работать. И тяговое усилие в два раза увеличится, но... Ну, забываю, друзья, выписать, а в магазинах нету. Я ходил в магазинах у нас, интересовался, узнавал, искал, но нигде не продают. Будет самому сделать. Я уж думал, у меня была мысль сделать его самому, там, собственно-то, ничего не надо. Ролик, крючок, крюк, ролик, шкворечок, две пластины, вот и все. Ладно, посмотрим, в общем. Разберемся как-нибудь и с блоками. Ну, идет она уже легко. Да, без лебедки ее тут из-под корней никаким бы макаром бы, наверное, не выдрать было. Только у елки корни тут рубить, да. Так, ну вот у нас, друзья, опять сталинская рельса. Ну как, после сталинская уже, 61-й год ММК. 1961 год, 18 кг, 18 рельса 61 года. Плохо уже различима надпись, но еще видно. Так, ну что, ребят, продолжаем копать. Это уже с прошлого раза найден был еще один каток. Этот каток у нас с валом уже. Еще полтосик есть. Джесси помогает тут копать. Че, уже 7 катков у нас? Сигналы. Я думаю, тут 2 или 3 как минимум еще катка. А, Андрюх, не один сигнал там надо, ничего. Тебе вон там покопать. Тут где-то и в корнях есть.
Там тоже есть сигнал. Где-то. Тут сигнал. Вот поток, так лежит. Поток. Тоже слава. Да, слава. Так, ну вот. Ой, я вытащил. Что ты, Андрюх, нашел? Да. Так, ну вот как наша кучка вырастает. Там он, где лопата стоит, еще сигнальчик нашел хороший. Пойдем выкопаем. Вот здесь вот. Все, сигнал. Что-то здесь. Что-то здесь большое. В перегруз уходит. Что-то хорошее. Хорошее какое-то железо. Я думаю, какое-то листовое. Что-то звенит, как лист толстого металла. Какой-то лист. Я бы не сказал, что, наверное, даже очень толсто. Хочу пособирать брусничный лист, немножечко заварим с чаем.
Что-то мало его здесь, конечно, попадается. Но есть. Вот так вот. Взяли мы сегодня купаты. Ну и сало. Что-то у нас тут белорусское. В общем, пожарим на гриле. Там уже угольки готовы. Сейчас только чайник тоже заварился уже. Пообедаем сейчас. Кушать уже хочется, просто спасу нет. Мне кажется, тут практически мясо, как бекон, так нарезать тоненько, и будет бекон у нас. Тоже можно на гриль выложить кусочками. Так, ну вот так вот это у нас все получается. Вот так вот. Так, Джесси, надолько. Бери. Все, иди. Молодец. Так, ну это наша долька. На двоих. Так, ну здесь у нас хлебушек. Сахар, чай. Перекусим. Так, ну все, ребят. Андрей тут догружает, я там ходил рельсину разделывал. Все, можно. В общем, объявляю это место официально выбитым. Больше тут делать нечего. Если здесь какой-то металл еще и присутствует, то большую его часть я все равно его вывез. Поэтому больше сюда ехать незачем. Ладно, что ж, собираемся, поедем там возле УЖД где-нибудь, еще, может, покопаем. Все равно это пока еще не конец. Андрей нашел тут еще один каточек от бульдозера, без вала, правда. Но все равно находка хорошая. Это, видимо, когда карьер тут разрабатывали, бульдозер, наверное, чинили. Вон, видно, напехано бульдозером бугры такие. Еще какой-то сигнальчик у него там. В одной в этой яме, друзья, нашли каток, ось от катка, вал, обе крышки и 4 подшипника. Подшипники скольжения, ну тут такие вот с бронзовой втулкой.
у них стоят. Вот они. Блин, подшипники еще есть. Может, где-то еще каток лежит. Неплохо опять. В одном местечке мы тут нарыли. Яму заровняли. Все, идем дальше. Ну что, друзья, мы едем домой, собираемся. В общем, вот так выглядит сегодняшняя загрузочка. Машина, я вам скажу, видимо, тут рессоры слабенькие уже тоже. Да и колеса не особо тут накачаны. В общем, машина практически на дыбах. Ну и села практически на отбойнике. Снова у меня УАЗик на отбойниках. Джесси. Ладно, едем домой. В общем, если сегодня на приемку успеем, то сегодня сдадим. Если нет, то завтра. В общем, включусь уже, когда железо сдам. Скажу, насколько вышло. Итак, коллектив, приехали домой. Но опять же, не без потерь. А потери у нас вот. В общем, кончилось колесико одно дорогой. Кинули запасочку, доехали. Там, блин, порулина. Я даже не знаю, удастся ли его отремонтировать. Там очень славная такая порулина. Но это просто эти сафари. Это вообще шляпа. Резина сама по себе, короче, шляповая. Вон здесь такая порулина, что вон палец лезет. Ну вот он, видно. Я думаю, да, на вон все уже кончилось. Тут он порулено. Короче, это покрышка вообще кончилась. Все, тут уже только на выброс, я так думаю. Вряд ли тут можно что-то сделать. Пластыри туда лепить вовнутрь. Не знаю даже, помогут ли. Кордовые какие-нибудь там, пятислойные. Она, блин, вся вот в таких трещинах. Это неотъемлемая часть сафарей, что состав резины. И пару лет, и все, они начинают трескаться, лопаться. Протектора еще куча, вся в трещинах. Итак, коллектив, сдали металл. В общем, получилось у нас с Андреем 880 килограмм. Сдали по 9 рублей, минус 8% за сор. Вышло на 7620 рублей, что-то такое, в общем. На этой приемке деньги у нас наличкой не отдают, переводят на карту. Так что, в общем, по безналичному расчету работают. Что ж, на этом все, друзья. Не забываем, не подписываемся на канал, не ставим лайки, не комментируем. Всем огромной удачи, счастья, здоровья и пока.